межмуниципальном управлении МВД РФ «Щелковская» состоялась встреча с дочерьми старшего прапорщика Сергея Ефименко, погибшего при исполнении служебного долга, а также супругой и сестрой лейтенанта Григория Серова, проходящего сейчас реабилитацию после ранения. Слова поддержки родственникам полицейских выразили заместитель главы городского округа «Щелково» Виктор Семин, заместитель главы Лосино-Петровского Иван Бурнакин, представитель АО «Валента Фарм» Святослав Петрушко. На встрече почтили память Сергея Ефименко, пожелали скорейшего выздоровления Григорию Серову. Их родственникам вручили денежные сертификаты.